Тебе легко, ты один, а у меня? Пять ртов по лавкам. Эмка, дура, но она ж немка. А если со мной что случится, кто о них позаботится? А? А с чего с тобой должно что-то случиться? А с чего это? На кладбище 5 могил за неделю появились, а? Ноздря по лесу рыщет. В поселке неспокойно. Не пойми, кто кого и за что стреляет. А я позавчера после этой стрельбы домой пришел, и все. Нахрен отсюда. И быстрее, первым же паромом. А там к родственникам в Самару. Да как-то быстро ты. А зарплата? А, потом заеду. Мне самое главное семью на поезд посадить. Да, дела. Да. О, Эмка, видишь? Чемоданы сушит. А ты чего хотел-то? А, ну, у меня вечером сегодня посиделки дома. Ты приходи и Эмку с собой возьми. А в честь чего праздник-то? Ну как, Катька ко мне вернулась? Так она же... Понял, буду. Понял. Я вам сегодня еще нужен, товарищ майор? Да нет, не особо. Тогда я пораньше пойду домой, хорошо? Что-то случилось? Да нет. Нет, ничего страшного. Ой, рыбку любите, да? Просто праздник у меня сегодня, что-то вроде помолвки. Друзья придут, знакомые. Хотите, и вы приходите. Ну, я постараюсь. Тогда до встречи. Всего хорошего. Ген, зачем ты это? Что это? Ну, сегодня. Для кого? Для себя. Стоп, я не понял. А ты что, стесняешься? Или тебя что-то не устраивает? Да при чем здесь? У меня же печать стоит в паспорте, что я замужем. Какая помолвка? А мне другую печать в твоем паспорте поставить, расплюнуть. Она у меня в столе лежит. Давай паспорт. Чё ты растерялась? Чё думаешь? Когда с Варюгой этим свадьбу играла, ты долго не думала? А я чё, хуже, что ли? Мам, самогонки мне налей. Да что ж творится-то? Да что ж он, паразит, делает-то, господи? Да ладно, Вер. Сейчас. Верк. На. Пойду переоденусь. Куда
же ты его спрятал, Петрович? Нет! Осуждаете меня, Вера Алексеевна? Ой, да что ты такое говоришь? Решайте сами, как вам лучше. Да мы-то решили. А лучше не стало. Не будет вам счастья с Генкой. Грех на себя беру. Сын он мне. На чужом несчастье счастья не построишь. Беги, Катюня, пока не поздно. Беги! Плохо не будет? Мне уже плохо. Хуже не будет. На. Генке, на помолвку придешь? Конечно. Он же мой друг. Совсем спиваются мужики. Грабец дурак. У него башка маленькая. А я думать умею. Чё надумал? Не знаешь ты, что делать, Яша. Золото геолог непонятно где спрятал. Высиживать здесь нечего. А с пустыми руками валить отсюда тоже стрём. Вот и возишь самогон мужикам. Пусть пьют, они думают. А ты не пей, я не пью. Ты знаешь, я когда маленький был, мечтать любил. Вот подрасту и в Москву. Москва, она же где-то здесь, за горами. Вроде горы перешел, и вот тебе Кремль с мавзолеями, ЦУМ. Ты зачем мне это говоришь? Мечта жить помогает. Вроде вариантов никаких нет, и жить незачем. А помечтаешь, и вроде легче становится. Золото в поселке. Никуда оно не делось. Кто-то из своих взял. Надо только понять, кто. Ну и как ты поймешь, кто тебе скажет это? Оно в земле лежит. Оно там может 100 лет пролежать. Я же не могу 100 лет ждать. Не, ждать нельзя, погода установилась. Завтра в поселок пойдем. Я из них это золото выдавлю. Люди перед смертью иначе на многие вещи смотреть начинают. Так что без золота не уйдем. Большая кровь на тебя ляжет. На нас, Равиль! На нас! На, примерь. Весело у нас аж. Скулы сводит. Крёстный, говори тост. Вкусно. Ну, Катя, Гена,
Ну что, совет, как говорится, да любовь. А свадьба, она это один раз в жизни бывает. Крестный, это у кого как. Правда, Катя? Дагин. Ну. Горько! 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 Зажжем, Карлю! Дай-ка мне, я разрежу. Давай. Вера Алексеевна, я открою. Здравствуйте. Екатерина Георгиевна? А вы что здесь делаете? Невеста я, Кирилл Андреевич. Катюш, к гостям иди. Заходите, товарищ майор. Да я на минутку. Поговорить бы надо. Вода вроде спала. Завтра нам попробуют теплоход прислать. Помощь придет. Вторым рейсом, если этот пройдет. Надо бы на пристани досмотр устроить. В каком смысле? У Романова вполне мог быть напарник. Если так, то они золото попробуют на теплоходе вывести. Так безопаснее. На лодке одного вычислить-то легче. А так, мешок в вещах спрятал и все. Все правильно говорите. Все правильно. Так что ты сегодня много не пей. Завтра голова ясная нужна будет. Хорошо. Мы все сюда за золотом рвемся. А вы на золоте сидите и будто его не замечаете. Оленей пасете. Для нас золото зло. Олень тебе мясо дает, соболь дает шкуру, а золото что? Ничего. Ну, не скажи. Золото тебе выжить в тайге не помогает. Вот поэтому мы его не замечаем, хоть оно у нас перед глазами лежит. Вот вы золото цените, убить из-за него можете, предать можете, обмануть. А что оно? Камень. Или песок. Когда? Завтра. Генка совсем с ума сошел. Да ладно, ладно. Это их дело. Пойдем домой, дворянин. А как же веселушки? Ты ж дома не любишь сидеть одна. Ну, когда одна жила, не любила. Я ж не к людям бежала, а из дома. Да. Сегодня. Целый день на часы смотрела. Быстрее бы вечер, чтоб скорее домой, чтоб ужин тебе приготовить. Ты не смейся. Нет, я не смеюсь, что-то. Я ж только сейчас жизнь почувствовала. Спасибо, Коль. Мне сейчас ничего не надо и никого. А детишек
Я, например, люблю детишек. Че, на них посмотришь, хорошо? Вещат, резвятся. Не, хорошо, хорошо. Здорово. А что ж ты до сих пор детей не завел тогда? А? Тебя ждал! Коля! Нет, правда? Дурак! Дурак! Пошли вон все. Ген, ты чё? Пошли все вон, сидите с харями похоронами, будто умер кто-то! Бегом, чё не ясно! Гена! Гена, прекрати! Рот закрой. Спящая красавица. Хватит пить уже. Спать иди. Не ори на меня. Кать. Извини меня. Прости, Кать. Господи, это я во всем виновата. Нет, Кать, нет. Все из-за меня. Из-за меня все. Не получится у нас с тобой, Гена, ничего. Что не получится, Катя? Или ты о них? Да плевал я на них. Тебе с ним было лучше. Кать! Лучше, да? Сучка. Ложись спать. Погуляли уже, хватит. Николай Иванович, минутку поболтать можем? Тонь,
Ты иди, я догоню. Я тут некоторых вещей понять не могу. А вы здесь все-таки... все-таки авторитет? Может, подскажете чего? Например? Ну, например, Катерина, Романова жена. Муж 2 недель нет как пропала. Она уже с другим, или тут сибирский темперамент, все так быстро? Вы знаете, я в чужие дела не... не особо. Николай Иванович, поверьте, я ведь не любопытство ради. Ну, в общем, это старая история. Любовь. Любовь? А между кем и кем? Ну, Катерина с Генкой сначала встречалась, потом Генка на флот подался, а она с Серегой стала встречаться, а сейчас вроде опять с Генкой. Вот-вот. Такой треугольник, да? Ну, вроде этого, весной на свадьбе сцепились, а Генка что не по его сразу в драку, так что... Ну вот, видите, понятно. Ну да. Перед женой извинитесь, что задержал. Ну, она мне пока еще не жена. Пока. Ну так все впереди. Аина, ты что? Молчи. А вы что это, половину вещей оставили? Да, не жалко. Без хлама легче, а то обросли им тут. Красота-то какая! Что? Я говорю, красиво здесь очень! Да, да, конечно. Как дошли? Нормально. А почему без ОМОНа тогда? А что мне знать? Я не всесоюзный староста. У начальства своего спрашиваю. Сегодня не приехали, приедут завтра. Значит так, в лесу банда Ноздри. Поселок сам на грани бунта. В этих условиях, извините, я не смогу обеспечить вашу безопасность. А тебя никто и не просил. Забирай. А здесь что? Да весь. Давайте. Давай. Следующий. Чё, брат-то, мам? Чемодан бери.
отгонишь контору. В принципе, я уже вчера ее сдал, так что теперь она уже не моя. Теплый. Ну, бывай. Всегда у вас порядки такие зверские. А что там? Да какой-то обыск устроили. Всех впускать, никого не выпускать или наоборот. Что? Что? Не надо, отстань. Отстань. Что? Прощай. Что? Быстро в поселок! А что это тут? Так... Что случилось? Почему у меня ничего нет? Эмма! Привет! А где твой-то? Он что-то забыл. Он в поселок вернулся. Так ведь он не успеет. До отхода-то. Он сказал, чтобы мы сами ехали. Сказал, что он завтра поедет. А куда я с ними? Со всеми? Кто нас встретит? Товарищ майор, мне поселок нужно. Срочно. Что случилось-то? Жена, Катя, Эмма, плохо ей только что сказала. Ну так машина скоро пойдет туда. Я с москвичами. Ну поезжай. Спасибо. Спасибо тебе, Аин. Если бы не ты, не знаю, что бы со мной было. Тебе тоже спасибо. Подожди, Сережа. На, возьми. Нет, нет, нет. Нет, не открывай сейчас. Откроешь, когда вернешься в поселок. Почему? Ты же все равно уходишь. А так будет повод вернуться. Ты обещаешь? Угу. Ты ведь вернешься, да? Ну все, ладно. Ладно, иди. Иди. Что ты наделала, ты понимаешь? Он вернется. Он вернется, но только не к тебе. А нам придется отсюда уходить. Коля! Двойки! Коля! 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 Подожди! Мне твоя лодка нужна! Век Богу буду молить! Коль! Где он? Куда ты его отвез? За гречкой он пошел! Что это у вас за страсти мавританские? Прииск! Он только что в ногах не валялся. Дай, говорит, вопрос жизни и смерти. Через час верну. У кого еще лодка с мотором есть? У купца. А
пообедать здесь можно где-нибудь? Да где хочешь. Что? Шутка. А, понял. Санька! Объясни людям, где пообедать можно. Сейчас. Раньше у Нечипоренко ели все. Жена готовит вкусно. Но сейчас, как его убили, она и перестала. Не, ну можно было к Коробицыным, конечно. Но они, как им дома стреляли, тоже вряд ли рады будут. Служаев раньше у себя размещал. Так его тоже убили. Блин, не, ну я бы сам, но у нас по бате траур. Что-то они у вас очень часто умирают. Тяжелая была неделька. Неделька? Да. А вот это что? А вот здесь, короче, Серега Нечипоренко и лежал. Ему, короче, одна пуля в рот вошла. А вторая в живот. Вон отсюда. Пошел. Вообще, у вас здесь интересная жизнь в поселке. Может быть, вы нам расскажете поподробнее? Ему голову срезало подчистую. Крови взяли на море. Да. Ну, Николай Терентьевич! Николай Терентьевич! Ну что? Мы так не договаривались. Мало того, что здесь творится, черт знает что! А ну постой! Дикая дивизия какая-то! И вы еще забираете людей, которые отвечают за нашу безопасность! Да не стучите вы ногами. Ничего с вами не случится. Сидите в конторе, ждите меня. Москвичи, блин. Я тебя сейчас распатроню, гад. Канистру убери. Угу. Будь здоров на 100 годов. Ты чё, братан? Петух тебе, братан! Ну-ка на пол все, руки за голову, стрелять буду! Лежать!
Тебе что непонятно, тварь? Ты тупой, что ли? Ложись, я сказал! Я тебе сказал, я стреляю! Оставь его, он дебил почти. Молчать, сын! Да он обделался со страха уже. Хорошо живешь, Яша. Самогон, друзья, золотишко. Айшен, пойди сюда. Дурачков этих уведи отсюда. А мы с Яшей тут посидим. Ищем, Ген. Нет его здесь. Ты мне поговори, ныряй давай. Слышь, Пресник, ты мужикам-то не говори, а? Чё, боишься, морду набьют? Правильно боишься. Да нет, стыдно. Стыдно тебе? Да. А когда ты саквояж золотом на пароход тащил, тебе стыдно не было? Ныряй давай. Да ладно, Ген. Стоять. О, напугал. Правильное ощущение. Кого я вижу? Какая встреча? Ружья-то опустите. Они иногда стреляют. Опустить? Опускаю. Приехали. Не начинай опять. Ты знаешь, мне эта сделка уже не кажется такой привлекательной. Ты испугался, что ли? Я нет. А ты? А ты не видишь, что здесь происходит? На этом прииске людей убивают. Не драматизируй. Я не хочу в Москву в гробу вернуться. Нашел! Ген! Крестный! Крестный! Нашел! Крестный! Ген! Ген, постой! Постой! Руку убери! Нога зачесалась. Не дергайся! Я тебя ждал день, два, неделю. Ты не пришел. Горелый ограбил. Хотя я просил тебя этого не делать. Чего молчишь? Будете меня слушать? Твоя правда. Дальше, Яша. Сказкам этим про золото геолог взял. Не верю. Я таких людей, как Романов, знаю. Он идейный. Золото для него ничего не значит. А потому склоняюсь к мысли, что трех охранников положить мог только ты. Только у тебя наглости хватило бы. Чего бы я здесь тогда высиживал? Яша. Я с тобой разговоры вести не буду. Тут все очень просто. Ты отдаешь золотишко,
Я отпускаю тебя. Николай Терентьевич. Айшен, первого давай! Золото где, Яша? Айшен! Не надо! Здесь золото. Здесь. Чего-то мало, слышь? Где остальное, а? Спрятал. Думал, потом вернусь. Где спрятал? В лесу. Недалеко от поселка. Покажешь. Предусмотрительный ты мужик, крестный. Пусть все люди на эту сволочь посмотрят. Дурак ты, Бородько. Давай, 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 топай. Может, охотиться. Золото я взял. Геолога в расход пустил, чтоб на него подумали. Вот это молодца. Яша, 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 давай договоримся. Оба в аду сгорим. Но ты первый! Ольга Макаровна, ты чё?